друзья, на сцене команда КВН «Кипела». Технокубок, давайте поговорим о технологиях. Сейчас много удивительного происходит. Самсунги взрываются, даже iPhone взорвался. И нам кажется, что вы, уважаемые инженеры, объявили хипстерам войну. Мы из гуманитарного вуза, так сказать, приехали отомстить за свои. Андрей, не начинай. Я и не начинал, но могу. Представьте, слепой человек ловит золотую рыбку. Хочу видеть. Хочу видеть. Хочу видеть. Ну вот это уже лучше накипело, поехали! Порой между поколениями может возникнуть недопонимание. Итак, на даче у бабушки. Внучок, вот это не лебези. Лебези. А как понять, лебезил я или нет? А может, я и сейчас лебезю? Лебежу? Лебезяю? Бабуля, что значит не лебези? Ой, внучок, сейчас твоими вопросами вошкаться. Вошкаться! Учительница поставила свою первую двойку. Ну ты дров даешь. Нет, я, конечно, знала, что вы самый плохой класс. Но что вы настолько... Елена Борисовна, я домашку дома забыл. Ситуация. Так, стоп. Мне же надо в другую сторону. Так, если я резко не развернусь и пойду, если я резко развернусь и пойду обратно, все будут считать меня дураком. Надо сделать что-нибудь незаметное. Не-не-не, не то, не то, не то, не то. Так, надо решить лево, право, лево, право. А, ладно, земля круглая, я найду как-нибудь. Многие из нас хотели прокрутить глобус и поехать туда, куда укажет палец. Итак, представьте, одному парню повезло, а другому не очень. Ура, выходные в Барселоне! А слово-то какое? Стерлитамак. А как звучит Барселона? Как будто к врачу пришел, и он тебе говорит. У вас стерлитамак. О, шведский стол! Стол. Так выпьем за незабываемые выходные в Барселоне! За каникулы в Стерлитамаке. Не чокайся. Мир знает много красивых историй любви. Руслана, Людмила, Одиссея, Пенелопа, Ромео и Джульетта. Но технологии развиваются, и нам кажется, что в скором времени люди могут узнать новую историю любви парня и Сири. Я в тебе влюбился, дорогая Сири, ты лучшая в этом ужасном мире. С тобой мое сердце украдено. По этому запросу ничего не найдено. Ты зажигаешь пожар моей груди. Экстренный вызов пожарная 01. С тобой солнце светит, без тебя мгла. Я бы покраснела, если бы могла. Я жаждал поцелуя, я к ней прикнул лицо. Нет, Зайка, слишком рано. Сначала познакомься с моим отцом. Здравствуйте, я Игорь. Слушай сюда, малец. Тебя я хотаю, если дочь мою раскроешь. Сири, почему мне никто не сказал, что ты такая стерва? Зеленое соглашение, глава 21. Сири, скажи, что происходит между нами! Ты такой хороший, давай останемся друзьями. И в чем же смысл, спросишь ты, той музыки звучащей? В том, что любимая твоя должна быть настоящей. Надеюсь, Мец, ты полюбил нас так же, по-настоящему. С вами была команда КВН «Накипело». Спасибо.